Да, сыночек, что случилось такое? Что ты кричишь? Я испачкался, помой меня. Все, я не могу так больше. Рота, подъем! Но я игрушки хочу, телевизор посмотреть. Где пульт? А, вот он же. Слишком он далеко, нужно папу позвать. Папа! 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 О, май гад! Да, сыночек, что случилось такое? Что ты кричишь? Пульт. Пульт? Телевизор нужен? Конечно, сейчас. А ты сам не можешь встать, да? Нет? Ну ладно, да. Папа, стой! А покушать? Ну конечно, что тебе принести? Пирожки с чаем. Пирожки и чаем, конечно. Смотри, мультики, сейчас все будет. Сейчас папа все тебе сделает. Сыночек, у меня уже все готово. Это маловато. Ну, сынок, ну сколько успел сделать, так времени мало было. Держи. Тебя покормить или ты сам? Я сам. Хорошо, давай. Пачкался. Папа! Папа! Да-да, сыночек, что такое? Я еще даже переодеться не успел. Что случилось? Папочка, я испачкался, помой меня. Конечно, сыночек, давай скорее. Оделась, курочка, побежали вон. Скорей, 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 скорей. Ну, возьми ее на ручки. На ручки тебе взять? Давай, давай, скорей. Ой, скорей, скорей, скорей. Пап, не уходи куда-то. Дай мне игрушки. Ага, сейчас. Вот, сынок, пожалуйста. Раз, два, три. Хватит тебе? Все. Папа! Ну что, что опять, сынок, что такое? Пап, я передумал играть, выключи мне телевизор. Уж я посплю. Ой, хорошо, сынок, хорошо, давай. Засыпай, засыпай, ложись. Фух, все, я не могу так больше. И с этим ребенком надо что-то делать, это поведение просто ужасное, он меня так выведет. Надо Палычу позвонить. Это единственный выход. Алло, здорово, Палыч. Палыч, выручай, срочно нужно. Сын от рук отбился, надо сноровочку твою применить. 10-летней давности. Да и ты вспомнишь, как это было. Отлично, отлично, Палыч, давай, давай, все. Завтра тебя жду, хорошо, давай. На следующий день. Здорово, Палыч, заходи, заходи, давай. Друг твой наверху тебя уже ждет там, спит. Здорово! Наверху, говоришь? Пойдем, проверим. Ты, кстати, это, сходи погуляй. Недельку примерно. А через недельку приходи. Другой человек будет. Рота, подъем! Что это такое? И где мой папа? Папы здесь больше нет, боец. Сейчас мы будем делать из тебя настоящую машину. И начнем мы с заправки кровати. А для начала ты переоденешься. Это я попал. Переодеваться ты будешь в настоящую военную форму, солдат. Времени у тебя будет очень мало. Прогорит спичечка. И попробуй мне только не уложиться в это время. Время пошло, солдат! Время вышло, боец! Ha ha ha!
Работы с тобой много. Так, ну вот, вроде немножко сгодится со 105-го раза. Весь коробок спичек на тебя угробили. Так, давай, теперь кровать быстро заправил. Хорошо. Все готово. Это ты называешь готово, боец? А это... Это что такое? Повторно заправил! Итак, боец, запомни. Хороший боец – это подготовленный боец. И сейчас мы будем делать из тебя машину-убийцу. Упал! Отжался! Тебе нужен стимул, боец. Я знаю, как его сделать. Это мои носки после дневного марш-броска. И поверь, они пахнут далеко не свежестью альпийских гор. Это тебе стимул. Слушай, ну вот уже так гораздо лучше. Запомни, настоящий боец должен вырубать врага с одного удара. Ничего себе! Запомнил? Давай, твоя очередь. Это называется наряд по столовой, боец. Я даю тебе картошечку, ножичек и 10 минут времени. И чтобы эта войска была все почищена. Тебе понятно? Да. И что с этим делать-то? Я никогда картошку не чистил в своей жизни. Ты все за меня, папа, делал. Твое время вышло, боец. Все готово. Это все, что ты успел за 10 минут, боец? Ты знаешь, что ты выпросил еще один наряд? Быстро в патруль! Так, боец, слушай меня внимательно. Твоя главная задача в патруле – не допустить, чтобы враг прошел на нашу территорию. В помощь я тебе даю верного спутника Заир Михайловича. Понял? Держи! И запомни, я всегда рядом, даже несмотря на то, что меня нет. Узнаю что, сразу же позалетишь у меня. Понял? Все, пошел патруль. Кто этот патруль придумал? Паучу шоу, можно мне и поспать. Не спать, боец! Ты в патруле! Это все закончится уже. Вот это сугробы. Как я здесь пройду? Фух, встал, больше не могу. Че, боец, выдохся? Отбой. Хорошо, что это был один день. Какой один день, боец? Ты будешь это делать до тех пор, пока не отработаешь все движения идеально! Ой, нет. Много дней спустя. Лето, подъем! Все как обычно, боец. У тебя одна спичка. Я готов. Что? Ты смотри, боец. Меняйся на глазах, и кровать уже заправил, ничего себе! Ну че, поел физуху что ли? Да, точно! Все как обычно, боец, приступай! Ну как? Вот это ты
даешь, а? Ну ты просто вырос на глазах! Слушай, малой, боец, во! А теперь твое любимое. Удивишь меня на кухне, боец? Как обычно, 10 минут. Я и за 2 справлюсь. А время пошло. Я закончу 3 минуты. Ну, а с патрулем так же ловко справишься? Ну да. Погнали на улицу. Патруль мне не страшен. Зен Михайлович, пошли. Фух, погода отличная. Я могу так полгода ходить. Я люблю патруль. Чего, может тебе принести покушать? Нет, я сам. Я же солдат. Солдат? С каких это пор ты им стал? Может быть, тебе телевизор переключить или помыть тебя? Не надо. Я тебе взрослый, я тебе все сам делаю. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. У нас будут скоро новые ролики. Я всех люблю и всем пока.